Hello everyone, Daria here, and welcome to Russian Vocabulary in Use. Be sure to subscribe to my channel to answer all the questions out loud and to check out the description box of this video for the full Russian transcript. Now, here we go. Well, before we start, one more thing. Prepare yourself to see me with zero makeup. It's gonna be rough, so I warned you. Now, here we go. Сегодня мы начинаем с ванной. Это ванная комната. Это спальня? Нет, это не спальня. Это ванная. Видите, здесь раковина, стиральная машина, унитаз и много разных штук. Это мыло. Жидкое мыло. Это шампунь? Нет, это мыло. Какое это мыло? Это жидкое мыло. Жидкое. Бывает твердое мыло, а бывает жидкое мыло. Его можно перелить в специальный диспенсер. Видите, он красивый. И можно принять душ. Сейчас покажу вам душ. Это душевая кабина. Душевая кабина. Это душевая кабина или ванна? Конечно, это душевая кабина. Это не ванна. Это душ. Душ. Видите, что это? Это душ. И это тоже душ. Что еще? Здесь есть шампунь, бальзам, гель для душа. Шампунем мы моем голову. Мы моем шампунем тело? Нет. Мы моем голову. А тело мы моем гелем для душа. Гель для душа. Это гель для ванны? Нет. Это гель для душа. Он называется гель для душа. Итак, я вышла из душа. И сейчас надо почистить зубы. Люди чистят зубы каждое утро. Люди чистят зубы каждое утро? Да, люди чистят зубы каждое утро. Кто чистит зубы каждое утро? Люди. Все люди чистят зубы каждое утро. Я чищу зубы каждое утро. Ты чистишь зубы каждое утро. Он, она, они чистят зубы каждое утро и каждый вечер, надеюсь. Итак, это зубная щетка. У меня вода. У меня черная зубная щетка. Это белая зубная щетка? Нет, это черная зубная щетка. Что это? Это зубная щетка. У меня обычная щетка, а у моего сына, например, электрическая зубная щетка с Дартом Вейдером. Она, наверное, чистит лучше. Здесь есть кнопка. Какая это щетка? Электрическая зубная щетка.
Это электрическая щетка, а это обычная зубная щетка. Теперь нам нужна зубная паста. Где она у меня? Вот я нашла зубную пасту. Это зубная паста. Это паста для лица? Нет, это зубная паста. Мы выдавливаем ее на щетку и чистим зубы. Поехали. Ну что, теперь зубы чистые. Осталось высушить волосы. Волосы мокрые, поэтому нужен фен. Что это? Это фен. Феном мы сушим волосы. Мы сушим одежду феном. Нет, хотя иногда пару раз я сушила носки феном, когда надо было срочно идти куда-то. Но вообще феном мы сушим волосы. Чем мы сушим волосы? Правильно, мы сушим волосы феном. Это черный фен. Это красный фен? Нет, это черный фен. Черный, как моя зубная щетка. Я люблю черный цвет. Ну все, волосы сухие. Теперь осталось накраситься, чтобы наконец прекратить ваши мучения. So that was it. I hope you enjoyed the lesson. If you want to join my full course, Russian Vocabulary Booster, check out the link below this video or just press somewhere here. I'll put it on the screen. So thank you very much for watching. See you next time. Bye-bye.